Официальные делегации стран-участниц Олимпиады тоже уже прибывают в Рио. Для многих это не только спортивное событие, но и вообще возможность узнать об этой стране, о ее проблемах, о ее обычной жизни. Так вот, датская кронпринцесса Мэри спутала все планы своей делегации. Сразу же с самолета она вместо того, чтобы отправиться в олимпийскую деревню, поехала в один из бедных районов Рио. Там она встретилась с детьми из малообеспеченных семей. Королевское высочество приехало не с пустыми руками. Она привезла подарки. Это знаменитые конструкторы, которые выпускаются в Дании. Ну а позже расположилась прямо на полу и показала малышам мастер-класс, как же нужно собирать эти конструкторы. Хотя в итоге призналась, что у детишек-то получается гораздо лучше. Вы знаете, я пыталась объяснить им последовательность действий, но в итоге запуталась сама. Пока я рассматривала инструкции, они создали свои собственные творения, которые совершенно точно не уступают оригиналу. Кстати, Олимпиада для датской королевской четы – событие знаковое. Так случилось, что именно во время игр и познакомились влюбленные. Это случилось в Сиднее в 2000 году. Датский кронпринц зашел отдохнуть с друзьями в паб, где и встретил Мэри. Интересно, что кем на самом деле является молодой человек, который представился просто Фредом? Мэри поняла гораздо позже. Теперь же для королевской четы Олимпийские игры считаются символом их семейного счастья.